Дот на Ютрбовском полигоне. 28 сентября 2024 года. Вот подобного уровня или такой формы самый первый от Алтыслагеря. Опять-таки повторяю, и на Ютрбовском полигоне. Вот он в кадре. Зарастает территория в округе. Вот тут дорога проходит за этой сосенкой. Вон там она просматривается, дорога. Вправо на вглубь полигона, налево Алтыслагерь. Да, с каждым нашим посещением мы видим, что зарастает все сильно. Мы подойдем поближе к нему. Я 28-е я сказал. Времени 10:30. Довольно прохладно и ветрено. Последние дни ветер. Вот выросли эти деревья. Тут не было ничего. В материалах группы Алтыслагерь у нас есть фотографии. Тут на фоне этого дота танки ходят. Здесь же капонир небольшой или окоп. Рядом. Все тут рядом, все ископано. Памятен он тем, этот объект. На нем написано Зряновск и Славянск. Дембель 69-71. Мы поближе подойдем, посмотрим. Как подходили ранее. В этом году не были. Сухо. Дожди прошли, вот пару дождей было не так давно, небольших. И все на этом. Грибов нет. Попадались мне уже зонтики. Зонтики пестрые. Ну, такой гриб, что неприхотливый. Недавно встречал. Вот здесь, в эту сторону, там тоже проходит дорога. Дальше такие же объекты есть. Мы там были с вами, ходили, смотрели. Да, вот теперь мы подошли. Дерево нам закрывает обзор. Но он на возвышенности, на небольшой, находится объект. Как, впрочем, и все другие, которые тут находятся на территории полигона. Вот тут какие-то еще цветочки есть. Вот. Я в перчатках. Холодно на велосипеде. Сейчас градусов, наверное, сейчас солнце появилось. Градусов, наверное, сейчас 16-17. Да, было прохладно, не солнечно. Не успел снять. Сейчас теплеет. Вон, я вижу зонтики. Эти белые. Ах, вот еще. Это зонтик. Пестрый. Это не щуплые. Ну, есть вот зонтик пестрый. Да, это он. Съедобный гриб. Очень хороший гриб. Плохо вижу тут. Да. Вы не поверите, вот рога, это от косули.
Да. Косулили. На 2 дня. Надо же. Откнулся. Поломанные. Мы встречали большие. 2 раза мы встречали. У нас есть фото, видео. Большие там вот олени видно. Вот эти грибы, которые зонтики пестрые. Да неприхотливые, но они вот щуплые. Ну, посмотрели грибы, рога. Увидели, нашли. Ну, кто ищет, мы знаем. Таскаю с собой, вот они. Давно лежат, вон такие белые стали. Что-то с них, конечно, можно сделать. Я говорил, что Славянск написано Заряновск. Вот хорошо видно. Тут яблоня с той стороны. Мы как-то срывали яблоки, такие крупные. Хорошие, сочные, вкусные. Но не в этом сезоне. Дембель 69-71. Заряновск. Славянск. Там еще инициалы. Ничего не меняется здесь уже вот с этой надписью. Надпись уже более 50 лет. И вот она держится. Дожди, снега, всякие погодные явления. Надпись на месте. Также это объект. На месте ничего не меняется, кроме как велосипед тут. Велосипеды меняются. По-моему, это 3-й велосипед, который здесь запечатлен. Да, мы тут на велосипеде. Он нам притаился. Здесь же рядом мы там прошли. Заросли ежевики, костяники. Вот костяника эта. Вот. Вот даже плоды есть. Вот плоды костяники. Таскаем с собой. Мы их приспособим куда-либо. Территория полигона, заповедник. Давно. Природа, охранная зона. Мы с вами входили вовнутрь сюда, поднимались и не пойдем сегодня. Посмотрели, вспомнили. И мы дальше поедем. Там табличка, что тут запрещено. Опасно. Вот в ту сторону, вглубь полигона. Туда, в центр. Вот и кустарники здесь произрастают в округе. Вот дорога. Пытаемся туда поближе подойти, чтобы дорогу увидеть. По дороге понятно. Направо вглубь полигона. Вот туда. А налево Алтуслагерь. Мы выйдем на территорию расположения артполка, если влево пойдем. Вот тут дорога. Это в сторону Алтуслагерь. Это полоса отчуждения. Здесь противопожарные мероприятия были проведены. И дорога. Дорога используется работниками заповедника. Ученые. Охотники. Ну и охрана, конечно. Да, без охраны. Мы нашли с вами
наткнулись. Это ободок от снаряда. Он вышел, снаряд вышел из ствола орудия, и вот это поясок снарядный. Это следы, конечно. Понятно, чьи кто тут проезжал. Велосипедная вот дорожка на Алтышнагаре. Там низина, там тоже есть объекты, в которых мы были с вами. Во всех объектах, которые на полигоне существуют, мы уже были. Это вглубь полигона. Вот этот дот, который мы посмотрели 28 сентября 2024 года. Он близ Алтышнагаря. А вот с левой стороны дота сразу яблоня. Она, конечно, сейчас без плодов. Вообще этот год был, можно сказать, неурожайный. Да, влаги не было. Ну и прощаемся с вами. До новых встреч. Да, в округе много вереска, но он тоже чахлый. Чахлый вереск. Вот, видно, что он цветет. Вот, это вереск. Некоторые кустики цветут, некоторые засохли. Вереск. Грибов нет. Ну, кроме вот мы видели с вами свинтик пестрый. До свидания, до новых встреч.